Домики вот. Мы делаем такие. Максим показывает предметы из керамики, которые он сделал своими руками. В инклюзивной мастерской простые вещи, люди с ментальными нарушениями вместе с волонтерами шьют, рисуют и делают посуду из глины. А еще общаются, пьют кофе и готовят еду. Ну и у нас была такая идея первоначально, что это будет такое досуговое место, где будут люди получать какие-то трудовые навыки и при этом общаться с разными другими людьми, которые, ну, до этого просто боялись и не знали, как, чего, люди с аутизмом, шизофренией, чего, в смысле. Ну, потому что даже мои там близкие друзья, которые в курсе, там, кем я работаю, что я делаю, им было всегда, ну, довольно стрёмно за меня, и они говорили, ну, Маш, ну, может, так, что-нибудь другое, какая-нибудь профессия нормальная, там, ну, и что-то такое. И, но при этом общение с этими людьми – это такой, ну, какой-то колоссальный ресурс для всех, и глупо им не воспользоваться этим ресурсом. Концепция открытых мастерских предполагает свободное общение. Сюда приходят люди с ментальными нарушениями и обычные петербуржцы, чтобы сделать что-то вместе – сшить сумку или слепить чашку. Тут нет психологов и специалистов по коррекции поведения, только мастера-педагоги. С идеей создания такого пространства Мария Грекова, клинический психолог из Москвы, переехала в Петербург. Проект получил большой отклик, собрал команду единомышленников и взял президентский грант. Сейчас мастерские посещают 40 человек с ментальными нарушениями, а также 70 волонтеров. Сейчас у нас уже закрыт набор мастерские, мы не принимаем особых участников и открываем там специально дополнительные направления, чтобы еще кому-то помочь, чтобы еще кого-то включить. И сейчас это уже такое место, куда люди стремятся, и родители этих взрослых людей звонят мне и просят, хотя бы на один день, пожалуйста, пусть кто-нибудь к нам подходит. И для меня это удивительно, конечно, потому что я предполагала, что мы такого уровня добьемся там через несколько лет, а нам меньше года, и все это начинает происходить. Нашу продукцию заказывают крупные компании себе на Новый год. И участвуем в крутых ярмарках. Нам приходят разного рода художники, выставляются здесь как в выставочном пространстве. Спрос появился не только на участие в мастерских, но и на продукцию. Продажа одежды, посуды и сувениров покрывает большую часть расходов. Каждое изделие – труд целой группы людей. Чаще всего все равно получается, что лепит, например, один человек какой-то предмет, поскольку мы на них ставим, ну, только общую нашу печать, то, ну, там и нет конкретной подписи, там, вот это лепил Максим, Наташа. Ну, то получается чаще всего, что красит это изделие другой человек, ну, может быть, совпадает, что тот же самый. Ну, то есть получается все равно такой совместный труд. Проект расширяется. В декабре откроется новая мастерская столярного дела. Придумывают, чем хотят заниматься сами участники. В планах еще ювелирная мастерская и даже собственная кофейня. Марина Береснева, Ксения Григорьева, интернет-телевидение «Город плюс».